Удаленные игры из Play Market, часть 2. Rayman Beatbox. Это простенькая игра для создания музыки, где герои из вселенной Rayman просто играют на музыкальных инструментах. Просто нужно нажать на любого персонажа, у которого заиграет свой собственный звук. И так можно добавлять до бесконечности. И в итоге это все можно записать и в финале записать получившийся материал и сохранить его. Это будет, так сказать, ваша самодельная музыка.